Всем привет! Вы на канале Диянка Блог. Меня зовут Галина. Машинное вязание. Узор в копилочку. Ажурный узор. Количество петель для образца должно делиться на 10 плюс 2 петли краевые. Каждый ряд будем повторять по 2 раза. И раппорт будем повторять с первого ряда. Условное обозначение. Игла в рабочем положении. Это не закрашенный квадратик. Кружок – это ажур. Закрашенный треугольничек – 3 вместе. Треугольник с наклоном влево – это перенос петли влево. И на этой игле 2 петли. Перенос петли вправо. Это треугольник с наклоном вправо. И на этой игле будет 2 петли. На машине узор будет расположен изнаночной стороной к вязальщице. И в машинном вязании отсчет игл начинается слева направо. Так как в раппорте 10 игл, значит, можно на рельсе отметить каждую 10-ю иглу мелом или можно приклеить пластырь, допустим, и нанести на нем отметки. Итак, начинаем вязать. Выставляем иглы для первого ряда. Первые 5 игл в рабочем положении. На 6-й игле ажур, а на 7-й 2 петли вместе. Следующие 3 иглы в рабочем положении. Подравниваем все иглы, выставляем их в рабочее положение. Провязываем фазу. Второй ряд. Первые 3 иглы в рабочем положении. На 4-й игле 2 петли вместе. На 5-й игле ажур. Значит, с 5-й переносим на 4-ю. 6-я игла – рабочее положение. На 7-й игле ажур, а на 8-й 2 вместе. Значит, с 7-й иглы переносим на 8-ю. Далее 2 иглы в рабочем положении. Раппорт закончен. И повторяем выставлять иглы с начала раппорта до конца ряда. Подравниваем все иглы в рабочее положение. Проверяем язычки. Провязываем фазу. Третий ряд. 2 петли в рабочем положении. 2 первые петли. На 3-й игле 2 петли вместе. На 4-й ажур. Значит, с 4-й переносим на 3-ю. Далее 3 иглы в рабочем положении. На 8-й игле ажур, на 9-й 2 вместе. Значит, с 8-й иглы переносим петлю на 9-ю. 10-я игла в рабочем положении. Раппорт закончен. Выставляем все раппорты до конца ряда, начиная с первой иглы. Провязываем фазу. Четвертый ряд. Первая игла в рабочем положении. На второй игле 2 вместе. На 3-й ажур. Четвертая игла в рабочем положении. На 5-й игле ажур. На 6-й игле 3 петли вместе. На 7-й петле ажур. Значит, с 5-й и с 7-й игл переносим на 6-ю. 8-я игла в работе. На 9-й игле ажур, на 10-й 2 вместе. Значит, с 9-й переносим на 10-ю. Раппорт закончен. Повторяем раппорт до конца ряда. Провязываем фазу. Пятый ряд.
Первые три иглы в рабочем положении. На четвертой игле ажур. На пятой две вместе. Значит, с четвертой переносим на пятую. Шестая игла в рабочем положении. На седьмой игле две петли вместе. На восьмой ажур. С восьмой иглы переносим петлю на седьмую. Далее две иглы в рабочем положении. Выставляем иглы до конца ряда по рапорту. Провязываем фазу. И заключительный ряд. Шестой. Четыре иглы в рабочем положении. Пятая игла – ажур. На шестой игле – три вместе. На седьмой игле – ажур. Значит, с пятой и седьмой иглы переносим петли на шестую иглу. Далее три петли, три иглы в рабочем положении. Рапорт закончен. И выставляем с первой иглы. И, значит, опять 4 иглы в работе, ажур, 3 вместе, ажур, и так до конца ряда. Провязываем фазу. По количеству рядов рапорт закончен. И далее вяжем вверх нужное количество рапортов. Получится вот такой скромный узор. Ну, на этом видео на сегодня заканчивается. Всем спасибо за внимание. Спасибо тем, кто смотрит наше видео от начала и до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. До свидания.